рамках нашего радио «Пермская волна» это 18 композиций от 18 пермских рок-групп разных поколений. Это и легенды 80-х, 90-х, 2000-х и современные команды. Эта компиляция возникла где-то в подсознании благодаря моему знакомству с очень многими музыкантами нашего города. Оформилась в проект благодаря тому, что я предложил руководству нашего радио выпустить такой диск, сборник пермских музыкантов. Этот проект мы решили поддержать, потому что, во-первых, это наш пермский, это наши местные, это наше все то, что было наработано за многие годы. И сейчас это все воплотилось вот в этот диск, вот в этот проект. Ротация групп, которая на диске, она уже происходит в течение всего времени, пока вот мы записывали диск, мы представляли участников этого проекта, в том числе и в эфире нашего радио. Проект «Наше радио Пермская волна» входит в программу реализации культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 290-летия Перми при поддержке администрации города. Выходу диска был посвящен концерт, на котором выступили 6 пермских групп, в том числе и легендарный коллектив «Лаос». Мы играем 3 года сейчас в новом составе, а до этого мы молчали лет 7. То есть очень большой был перерыв, но без музыки жить нельзя, тем более, когда она в душе, когда она трогает сердце. Группа «Моаб Галч» не давала концертов с конца 90-х. Многим современным слушателям их песни известны только по кассетным альбомам и архивным видеозаписям. Новое звучание знакомых песен для поклонников группы стало настоящим открытием. Что этих 13 лет не было. То есть мы до сих пор близки друг другу, мы до сих пор интересны друг другу. И вроде как все хорошо получается. Продолжать будете после концерта? Зачем мы тогда все это делаем? Постоянные телезрители утреннего канала «Новый день», конечно же, узнали солистку группы, телеведущую Жанну Соловьеву.